Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Сегодня мы продолжим рассказ об иностранцах, снискавших себе славу на ипподромах России. В начале 20 века в нашей стране работало довольно много американских наездников. Сегодня наши герои Фрэнк Кейтон и его сын Вильям – американцы, проявившие себя исключительно ярко и оставившие долгий след в истории ипподромного дела России. Известно, что первые бега рысаков в упряжке состоялись в 1776 году, когда граф Орлов-Чесменский начал испытывать родоначальников орловской рысистой породы. Вплоть до конца XIX века лошади соревновались не группой в заезде, а поодиночке. Каждый рысак бежал отдельно на время, сопровождаемый так называемой поддужной лошадью, которая помогала ему держать темп и ритм бега, а также поддерживало ощущение борьбы. Бежали рысаки не по кругу, как теперь, а по прямой. Добежав до конца, рысак поворачивал, огибая специальный столб, и бежал в обратную сторону. Победителем приза признавалась та лошадь, которая была резвее остальных. Конечно, прежние бега были совсем не похожи на привычное для нас захватывающее зрелище, от которого сердце замирает. Большого азарта они не вызывали. Все изменилось, когда в Россию по приглашению графа Воронцова-Дашкова приехал американский тренер-наездник Фрэнк Кейтон. Фрэнк Кейтон родился в Нотервилле, штат Мичиган, 3 сентября 1852 года. Он научился искусству езды верхом и в упряжи у своего отца, чьи приемы впоследствии передал и своим сыновьям Сэму и Вильяму, о котором речь пойдет чуть позже. В юности Фрэнк участвовал в скачках, но потом занялся бегами и всецело посвятил себя этому делу. В качестве наездника Кейтон-старший быстро сделал себе имя, а уже репутация, в свою очередь, принесла ему должность управляющего одной из самых успешных американских конюшен. В 1893 году владелец конюшни продал несколько лошадей конозаводчикам из Санкт-Петербурга. Не получив в течение нескольких месяцев никаких вестей от людей из сопровождения, он попросил Фрэнка отправиться в далекую Россию и выяснить, как же обстоят дела. Кейтон успешно справился с задачей и вместе с тем увидел огромные возможности как для торговли рысаками, так и для развития бегового спорта. Поэтому в следующем году Кейтон снова отправился в Россию, взяв с собой несколько голов лошадей на продажу и своего 18-летнего сына Вильяма. Позже к ним присоединятся и остальные члены семьи. Граф Воронцов-Дашков, о котором мы непременно расскажем отдельную подкованную историю, занимавший очень высокое положение при дворе и владевший знаменитым племенным конным заводом, тут же прибрал к рукам американца и предоставил Кейтону полную свободу действий в тренинге своих лошадей, а также в управлении принадлежащими ему призовыми конюшнями в Москве и Санкт-Петербурге. В течение следующих 23 лет карьеры в России Фрэнк Кейтон и его сыновья преобразят русские рысистые бега. Именно под влиянием Фрэнка Кейтона российская практика бегов по прямой от столба до столба была заменена соревнованиями голова к голове. Это именно те полные драматизма заезды, которые мы знаем сегодня. Также Кейтон вел в обиход уменьшенные, более похожие на велосипедные, колеса для качалок, так называются беговые экипажи, взамен прежних, огромных и громоздких. Он даже поучаствовал в создании ипподромной моды, обязав своих наездников носить красный картуз, белую куртку и синие брюки, поскольку американские и российские флаги имели тогда, ну, собственно, как и сегодня, одинаковые цвета.
Кроме того, Кейтон был первым в России, кто вел продажу лошадей через аукционы. А увидев большой спрос на американское снаряжение для бегов и скачек, он открыл магазин, а затем и фабрику по производству упряжи с американским дизайном. Вот таким талантливым, дальновидным, предприимчивым и, надо сказать, полезным для России человеком был Фрэнк Кейтон. Его роль в развитии рысистых бегов в нашей стране, согласитесь, без преувеличения, эпохальна. Но Фрэнк был не единственным Кейтоном, чье имя не сходило с уст любителей бегов в дореволюционной России. Не менее, а может быть и даже более знаменит был его сын Уильям Кейтон, которого называли «королем призовой езды». Его манеру управления лошадью можно описать словами Александра Куприна из очерка «Великий размах». Куприн писал так: «Хороший наездник умеет все чувствовать вместе и одновременно с лошадью. По косящему назад глазу, по настороженно задвигавшимся ушам и еще по какой-то необъяснимой душевной связи с лошадью он чувствует ее волнение, упрямство, неуверенность, замешательство. У него есть много способов выправить и успокоить лошадь, и самый сильный из них тот, которого не передать словами. Если хотите, это гипноз. Напряженная передача своей воли, воли нервного и чуткого животного. Это умеют делать наездники, либо родившиеся на свет Божий с призванием наездника, либо прошедшие длинный, терпеливый искус». Вот всеми этими качествами Уильям Кейтон был, безусловно, наделен в высшей мере. Его имя гремело на всех ипподромах империи. И, конечно, ему доставались лучшие рысаки. Он был смел в работе с любой лошадью и часто говорил: «Только бы вожжи выдержали». Как человек, по воспоминаниям современников, Уильям Кейтон был, что называется, добрый малый. Его уважали за приятельский нрав и спортсменство. Сохранились фотографии Уильяма Кейтона на дорожках московского ипподрома в белом камзоле с характерной посадкой, которую усвоили впоследствии почти все наездники современности, стараясь ездить по-кейтоновски больше, чем сам король. Однако, как это часто бывает, в этой блестящей карьере не обошлось без ложки дегтя. Фрэнк и Уильям Кейтоны запомнились в России совсем не реформами и славными победами на дорожках ипподромов, а скандальной подкованной историей, связанной с проигрышем знаменитого крепыша в интернациональном призе. Конечно, мы не можем обойти эту историю вниманием, но нам придется сделать небольшой крюк и сначала рассказать о самом крепыше, без чего не понять весь трагизм сегодняшней истории. Давайте приподнимемся на носочки и посмотрим назад. В 1858 год, когда родился человек, с чьим именем связаны все успехи крепыша на ипподромах Российской империи. Звали его Михаил Михайлович Шапшал, который стал не только владельцем короля орловских рысаков, но и его тренером. Михаил Михайлович родился в Крыму и происходил из бедной караимской семьи. Совсем молодым он кое-как добрался до Петербурга и попытался устроиться. Чем он только не занимался в то время. Торговал папиросами, служил, мотался по разным мелким поручениям и делам. Словом, приходилось ему очень туго. Но природный ум, смекалка и большая ловкость помогли ему встать на ноги. А выбился в люди Шапшал благодаря лошадям. Сначала он покупал бракованных и отбойных коней, подлечивал, приводил в порядок, а затем продавал. Но вскоре попал на бега и начал присматриваться к этому делу, завел кое-какие знакомства, купил удачно рысачка, что-то выиграл, и дело пошло. Из мусы Шапшал превратился в Михаила Михайловича, а затем приобрел посетительский билет в членскую ложу бегового общества. Так мало-помалу он стал завязывать в Петербурге знакомства и завоевывать симпатии. И лет так через 7 после первого появления на бегах он был избран в члены-соревнователи местного бегового общества. За несколько лет до покупки крепыша Шапшал переехал из Петербурга в Москву. Был Михаил Михайлович небольшого роста, некрасивый, но довольно энергичный человек с умными глазами и большими, точнее, густыми усами. Поскольку он не получил никакого воспитания и образования, часто говорил многим охотникам бегов непозволительные дерзости. Его боялись, но с ним и считались. Ведь Шапшал уже получил статус действительного члена Московского бегового общества.
хотя и мог в собрании, когда горячился или волновался, наговорить самых невероятных вещей. Несмотря на то, что он почти всю жизнь прожил в Петербурге и Москве, Михаил Михайлович так и не научился правильно изъясняться по-русски, а писал так, что лишь с трудом можно было прочесть его фамилию, не говоря уж о содержании. Иметь с ним дело было чрезвычайно трудно. Так часто он неверно уяснял себе смысл договора, а отсюда иногда после его покупок или продаж возникали недоразумения. Шапшал обладал каким-то особым, чисто собачьим нюхом распознать и выискать резвую лошадь. Кроме нюха и счастья были еще и знания, приобретенные упорной работой. Но счастье играло не последнюю роль в судьбе этого человека. Ведь надо же было именно Шапшалу купить великого крепыша, хотя эту исключительную лошадь предлагали многим охотникам. Крепыш выиграл ему горы золота. Но и Шапшал создал крепышу поистине уникальные условия содержания. Сено ему привозилось из Прибалтики и Крыма. Он постоянно получал яблоки, морковь, яйца. В момент отдыха от бегов его поили боржоми. Для поддержания здоровья ног использовались майнакские грязи. На его недолгие гастроли обязательно брали с собой бочки с московской водой, которую крепыш привык пить. И это только малая часть привилегий, которыми пользовался этот уникальный жеребец. Например, рассказывали, что из конюшен на ипподром крепыша вела целая процессия. Впереди два вооруженных черкеса, затем под попоной с двумя конюхами сам крепыш, а следом владелец с наездником. Здесь непременно стоит сказать, что если до крепыша бега были спортом номер один в России, то с его появлением они стали национальной идеей, а сам крепыш – ее воплощением. За свою беговую карьеру крепыш выиграл 55 раз, но выиграть интернациональный приз в 1912 году ему оказалось не суждено. Позже Шапшал напишет, что вынужденно передал жеребца американцу Кейтону, чтобы обеспечить образцовый тренинг по новейшей системе. Справедливости ради стоит сказать, что принятию этого решения в определенной степени посодействовали и предыдущие наездники. Яковлев пил, а Барышников сильно набрал весе. Современники же свидетельствуют, что выбор наездника Шапшалом не был свободным. Владелец крепыша был не родовит и не имел того достатка, который давал бы ему самостоятельность в принятии решений. Этому самому спорному дню в карьере знаменитого рысака посвящено несколько страниц в книге Петра Ширяева «Внук Тальоне». А в 1981 году вышел фильм «Крепыш», где также уделено немало внимания этому скандальному заезду. Причина ажиотажа вокруг интернационального приза состояла в том, что это была историческая встреча крепыша с американскими рысаками Дженерал Эйчем и Бобом Дугласом. В наших подкованных историях мы много говорили о непримиримом соперничестве между поклонниками орловских рысаков и американских резвачей. Именно в контексте этого противостояния особенно невероятно, что прямо накануне приза крепыша отдают в тренинг никому иному, как Уильяму Кейтону, истому пропагандисту американских рысаков. К чести Уильяма нужно заметить, что он понимал щекотливость положения и отказывался ехать на крепыше, просил Шапшала отдать его другому наезднику. И не только потому, что интернациональный приз был принципиальным для американцев и орловцев, а по той причине, которая была, как нам кажется, даже более важна. Американский рысак Дженерал Эйч должен был выступать в руках отца Уильяма, Фрэнка Кейтона. То есть судьба интернационального приза в буквальном смысле слова находилась в руках клана Кейтонов. И это в призе, где решалась честь орловской породы. Здесь самое время напомнить, что Кейтоны действовали в России не только как тренеры и наездники. Через них проходил ввоз американских рысаков. Они были максимально заинтересованы в репутации своего товара. И победа крепыша в интернациональном призе оказалась бы для них плохой рекламой.
12 февраля 1912 года не было в Российской империи человека, который не знал бы о том, что сегодня на Московском ипподроме состоится грандиозное событие. Орловский крепыш выйдет на призовую дорожку против американских рысаков. Сказать, что в тот день трибуны ипподрома были переполнены, не сказать ничего. Пришлось даже перекрыть доступ публике, и ипподром оказался не в состоянии вместить всех желающих посмотреть это историческое противостояние. Нетрудно догадаться, что заезд свелся к единоборству Крепыша и General H. И Крепыш проиграл. Конечно, этот проигрыш дал почву для разного рода слухов и сплетен. Сын проиграл отцу. Американец на русской лошади проиграл американцу на американской. Долго еще лихорадила Россию, и разговоры ходили разные. Но самый мощный резонанс в беговом мире породила нестандартная для Уильяма Кейтона езда на крепыше в этом призе. Григорий Дмитриевич Грошев, долго проработавший с Уильямом Кейтоном и ставший впоследствии наездником, вспоминал, что Уильям проехал на крепыше будто за подужного, не создавая борьбы с американским рысаком, а наоборот, даже помогая, подбадривая его легким соперничеством. Одним словом, этот заезд не являл собой спортивной борьбы, оказался заранее рассчитанным, причем крепыш в нем был обречен на поражение. Вот почему победа General H была очень холодно встречена даже сторонниками метизации и ярыми поклонниками американских рысаков. Уильям Кейтон был, безусловно, королем призовой езды и царил на беговом кругу по праву. Но дрогнуло в нем сердце спортсмена, когда ставкой сделались интересы торговца. Ведь победа крепыша означала бы резкое снижение цен на рысаков из-за океана. И великий мастер заставил великую лошадь проиграть. Деньги назад! Лицы! Подлецы! В истории навсегда осталась та секунда, которую проиграл крепыш. Так же, как и навсегда, остался в истории тот момент, когда перед трибунами вели американского победителя, а публика, а ведь это была вся Москва, стояла в гробовом молчании, победителя не приветствовали. Разумеется, главный виновник поражения тоже запомнил эти минуты, и всю свою дальнейшую жизнь Уильям Кейтон будет стараться похоронить эти неприятные воспоминания. Тем не менее, карьера Уильяма в России на этом не завершилась. Он продолжал выступать и тренировать рысаков, так же, как и его отец, который когда-то произвел революцию в российском беговом деле. Но грянула революция политическая. Магазин и фабрика Фрэнка Кейтона были разграблены и сожжены. Стало ясно, что Россию, ставшую для Кейтона второй родиной, придется покинуть. У Уильяма к этому времени была уже большая семья – 3 дочери и 2 сыновей. Старший сын Эдвард к лошадям отношения не имел. Он решил стать танцовщиком и учился в школе Большого театра. А вот младший Джонни, родившийся в Москве, пошел по семейным стопам и стал прекрасным наездником. Так в 1917-м весь клан Кейтонов двинулся домой, через Сибирь, потому что путь через Европу уже был закрыт войной. В Екатеринбурге Уильям от своих откололся и 2 года работал на местном ипподроме, а уехал в Америку только в 19-м году. Обстоятельства, задержавшие отца в Екатеринбурге, определялись известным правилом «Ищите женщину», вспоминал его сын Джонни. Но интересно другое. Король призовой езды оказался в Екатеринбурге во время пленения и гибели там низложенного российского императора. Причем, скорее всего, Уильям Кейтон выступал на лошадях Николая Николаевича Ипатьева, инженера-строителя и общественного деятеля, в доме которого содержался и был расстрелян Николай II и его семья. Ипатьев купил этот дом в начале 1908 года, а спустя 10 лет, в 18 году, ему было приказано в 2-дневный срок освободить особняк. Здесь царская семья пробудет 78 дней. В период их пребывания большевики называли этот дом «Доном», домом особого назначения. Когда белые захватили особняк, все увидели царивший там хаос. Везде валялись царские иконы. Наверху в комнате великих княжон покрывало было испачкано кровью. Кто-то вытер о него руки.
В нижней полуподвальной комнате стены были испещрены следами от пуль, а пол – следами от штыков, которыми добивали царскую семью. Позже будет найдена записка Юровского, подробнейшее описание убийства семьи последнего российского императора. Он привел в исполнение приказ военного комиссара Урала Голощекина, санкционированный Лениным, об истреблении Романовых. Да-да, именно так и было сказано – истребление. Удивительный рифма истории. Царская династия Романовых началась обрядом призвания на царство Михаила Федоровича в Костромском Ипатьевском монастыре, а закончилась расстрелом в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Трагическая участь могла ожидать и Кейтонов. Спасло то, что американский посол предоставил Фрэнку статус специального посланника, обеспечив безопасный отъезд ему и его семье. По возвращению в Америку клан Кейтонов обосновался сначала в Кливленде, штат Огайо, а затем в Лексингтоне, штат Кентукки. Они продолжили успешно разводить, экспортировать, тренировать лошадей и, конечно же, участвовать в бегах. Фрэнк Кейтон умер в 1926 году, Уильям – в 43-м. Звездой первой величины Уильям Кейтон стал и на дорожках американских ипподромов. Его камзол хранится в зале славы Нью-Йоркского музея бегов. А рядом с его именем, так же, как и с именем его отца, значится титул «Бессмертный». Оставайтесь с нами, вас ждут новые подкованные истории.